Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания. И наконец у нас наступил день стирки. Из-за трубы мы не могли постирать. Я начала подсчитывать около месяца где-то. Накопилось очень много белья. Сейчас идет вот вторая стирка. Это стирка Димина. То есть первая часть была, сейчас вторая часть. Сейчас все это развешу, завтра я буду опять стирать, потому что у меня очень много накопилось. У меня где-то мешка 3, мы все храним в мешках, потому что у нас некуда ставить корзину для белья. Вот, у каждого свой мешок, и все хранят в мешочках. У меня где-то мешка 3 заполненных, и у мужа еще тоже там где-то, наверное, мешочек будет. Вот. Сегодня еще приезжает Женя. Я вот так уже тут подготовилась, прибралась немножко. Привезет всякие вкусняшки. Вот я сейчас стою, вернее, сижу там в комнате своей и думаю. С одной стороны, мне кушать хочется. Но с другой стороны, мне осталось сбросить совсем чуть-чуть. Осталось там килограмма 4, наверное, сбросить. Думаю, надо терпеть. Но я вот очень сильно... Давайте могу лучше сюда перейти. Если я тоже уже убралась. Тут у нас, кстати, хлебница будет. Вот, я очень сильно хочу желток сырой, именно сырое яйцо, то есть белок мне как бы, ну, выпью, но желток хочу ужасно сильно, почему-то каждое голодание свое я очень хочу желток. Кстати, сегодня у меня голодание, по-моему, третий день, да, третий день я сегодня голодаю, ничего не ем, прекрасно себя чувствую, знаете, мне кажется, я могу еще недельки 2-3, а то и месяц посидеть спокойно поголодать. Вот, это, там у меня просто это вынужденная позиция такая. Вот, мне пришлось. Но зато уходит вес, уходит хорошо. Ну, не вот прям там очень много нет, уходит нормально, как положено. Так должно быть. Вот. Не знаю, наверное, Женька приедет, я, наверное, выпью желток один или три. Не знаю, не думаю, что от этого будет что-то такое там прям прибавиться у меня. Нет, наверное, не прибавится. Вот. Ну, я уже заметно похудела, уже, ну, осталось уже прям чуть-чуть, я планирую похудеть до 23 февраля, до середины месяца, вот, мне надо прям сбросить, хотя надеюсь, что я раньше сброшу, ну, вот, потом посмотрим, может быть, просто буду немножечко его поддерживать, чтобы прошло немножко побольше месяца, как бы, времени, там, месяц-два, чтобы прошло, или вот, как-то так. Вот. Да, у меня такая вот хлебница. Очень ее люблю, кстати. Она такая... Хотела сказать, связанная. Нет, не связанная она. Плетеная, да. Очень красивая. Обычно я на праздники в ней хлеб подаю. Но это я хочу сделать, что здесь она красиво очень стоит. Вот. Просто здесь будет у нас лежать хлебушек. А сюда, я думаю, наверное, туда вот в уголочек поставить цветок какой-нибудь, потому что тут у меня часто бывает открыто. Бутылка, кстати, это держалка окна. Я такую придумала. Она тяжелая. Я чуть-чуть приоткрываю окно, когда кипячу чайник. Там у меня сейчас на газу пользуемся. Или что-нибудь варю, чуть-чуть приоткрываю и все. Так, вот ждем Женьку. Я прям уже соскучилась по нему. Жду уже с нетерпением. Еще там он что-то привезет гороховую кашу, но не знаю. Есть смысл мне ее есть или нету. Не знаю, посмотрим на ее вид. Может быть, пару ложечек я съем даже. Не знаю, посмотрим. Вот и Женька пришел. Какой красивый. Женька. Да, другая где-то. С двумя сумками? Нифига, что так много-то? Две сумки, офигеть. У меня старые, это я рабочие, а новые у меня сложенные. Ба, какой Женька нарядный. Смехом, со смехом. Офигеть. Как ты, бедный, утащил-то. Со смехом. Красиво, какой сразу. Хорош. Тепло в ней? Там тепло, да? Не мерзнешь? Конечно, телефон
А, ну ничего, хорош. Я думала, вообще звонил, если там будет. А ты такой же. Филипс. Такой же. Хороший вид. Что, опять две симки, что ли? Неплохие, да. Так, и сейчас работа я одни. Открою сумку и буду вам гнать все. Ну, у меня там чистенько так. Ну, что, ты посмотри, чистенько? Как у меня чистенько. Сейчас, может быть, сейчас. Ты тоже так, будешь так же? Я куплю на табу, я куплю на всех случаев, я что хотел. Да ты туда ее поставь-то. Не слушал, смотрите. А, вот. Слушай, это мой что-то осталось? Ну, сухарь, что тут? Ну, ставь ее сюда. На свою поставлю. А, чтобы я не зацепила там что-нибудь потом. Мне тяжело держать. И всякие. Что такое? Каша, что ли, гороховая? Я сегодня сварю себе, наверное. Кефир не взял, там яйца есть. Это чтоб не убежали они, что ли? Чтоб не убежали. И все? Три пачки всего. Что, одежда там навалом у тебя? Там джинсы. Ты увозил-то вроде пару носков. Джинсы мои. Вот. Сейчас перекусим немножечко. Так, это одежда, это что? Каша гороху. Здесь мясо. А, котлеты, да, мясо. Мясо отбивное, покушаем с тобой сейчас. Сейчас. Я много не буду, я отмоился. Пару съем кусочек. Ну, если, конечно, сегодня съешь, потом завтра я опять захочу. Чего ты хочешь? Что у нас? Чего? Рыбка? Рыба. Рыбка! Рыбка, это моя. Бутербродики. Это моя. Ну ладно, ешь рыбу. Не один кусочек, только один. Ладно, основной тебе. У меня каша коробка. Ну, мама, это хлеб все-таки. А я сейчас, ну, помню, она вроде такую сумку несла, но она что-то какая-то... Лимон вон там. А это что? Кефир. Нифига себе, какой гигантский. Ну, кефир, оказывается. Ну, да я не буду сегодня яйца варить, сейчас кефир. Что-то там виднеется, какие-то конфетки. Лимончик. На туське. Угу. А, вот каша. Ну, тут все мешки торвешь. Да ну, их развязывайте. Мешки, я потом куда их девать? Да, здесь надо кашу. Перечка там. Каша. О. Там что-то вон вкусняшка. О, я думала, там конфеты для меня. О, каша запахла. Шумничка. Ну, давай кашу поедем. Давно не ели. Рыбку как папа прям чувствовал, наверное. Да, да. Что я? Или ты попросил? Я попросил. Что там еще? Маска. Что, ты ее не одевал, что ли? Опять постельное белье. Боже. Что, ну, белье на кладочке, не знаю. Что-то не прослезло. Пусть. Что-то там. А это водичка минеральная, что ли? Нет. Это из-под крана. Это держит эту. Компанию.